Вы не в бане! Здесь можно трогать! Паш, предлагаю подняться тебе на второй этаж и в потолок кинуть бомбу. Да ты паскуда, что ли, сода? А перед просмотром ролика расскажу о крутом проекте MyCSGO.me. Здесь ты сможешь открывать кейсы CSGO на любой вкус, создавать контракты обмена и участвовать в дуэлях с друзьями. А по промокоду из описания ты получишь вкусный бонус при пополнении. MyCSGO.me. Ссылки в описании. Вечер добрый, друзья, с вами Квантум. Ты просил чего-то нового и интересного. Встречай, Пикабу. Это почти как маньяк в CSGO, только не много интересней. Режим называется Prop Hunt. В игре есть две команды. Одна команда играет за объект, и вторая команда пытается найти этот объект и где он прячется. Мы начинаем. Я не знаю, тут кто-то был, и он свалил. Это был Паша, потому что в невидимку улетел. Понятно. Но я не успел сныкаться, Саш, ну типа, камон. Чё ты ще волишься, а? Вот зачем ты ще волишься? Это было, сука, случайно, не специально. Я наоборот поправлялся, чтобы быть красивым там. Вы что, гоните, пацаны? Да давай! Я не понял. Ты видел, как меня откинуло? Огромным коробом, другой огромным стогом сена побежал. Так, у меня прохладно. Прохладно тоже. Я тебе говорю, точно кузнечик. Данил, я уже приближаюсь к тебе, у меня уже тепло, понимаешь? Как бы. В траве сидел кузнечик. У тебя проблемы. У меня нет никаких проблем. Звука дашь? Значит, сейчас мы тебе их устроим. Вижу. Он либо лопата, либо вилла побежал. Ребят, давайте ко мне. Где? Вот здесь. Долбаная палева. Возле ангара. Я понял. Либо собака, либо пес. А у меня тепло, нормально. Вот он бежит. Да твари от меня! Лопата. Дым там, на что дым делать-то? Дым, нюхайте дым. Здравствуйте. Данил, ну куда же ты? Да. Хорош. Я убежал. Нормально. Вообще меня тут не видно. Ну шо, господа хорошие, кто где? А, уже... Он уже вышел, да. Ах ты козел. А я могу? Моя маленькая тыковка. Да пошел ты, все, я пошел менять дислокацию. Сучок говорит, давай, салат из тебя сделаю. До меня сразу не дошло. Он по грядке ходит, он грядку сканирует. Пацаны, аккуратнее будьте. Держу в курсе. Идет в водонапорной башне, возле деревьев входит. Чекает все. Нету никого на грядках. На грядках никого нет. Не ври ему. Я там. О, нет! Иди сюда, тыковка, я же тебя вижу. Я так понимаю, кого-то нашли, да? Я так понимаю, главного, по словам. Сейчас он сам первый мусорнется. Куда? Меня засосало, блэд. Трындец. Шо, кто первый мусорнется, пацаны? Надеюсь, не я. Главное просто тупо свалить. Дань, как далеко свалил, тыковка? Господи. Да я застрял тут, блин, пределы карты. Как выйти за пределы-то отсюда? Непонятно же, ну непонятно. Так, а где? Дань, я тебя потерял, давай инфу. Бля, это кто такой пока огромный? Вот... Тихо, да я скрываюсь от него. Я понял тебя. О, я тебя вижу тоже. Да блин, меня все походу видят. Посещает. Да, ну все, кроме Паши, получается. Да, я вообще в другом конце. Я все еще пытаюсь вынюхать след Данила, где он был последний раз. Ой, чуть не упал, блин. След, не надо след мой нюхать. Саня, ты же знаешь, со мной такие вещи не пройдут. Что, бомбу кинешь? Ну давай. Кинь свою бомбу. Ух ты ж, сука. А, больно, сука? Офигеть. Да, было больно. Вали, Саш, беги дальше. Офигеть можно. Просто офигеть. Валю, Паш. Мансить по крыше. Я буду мансить по крыше, пошел ты в жопу. Ну ты, конечно, это хитрая скотина. А ты думал, что в сказку попал? На крышу залез. Да, он залез на крышу и мансит, как черт. Хитрюга. Иди к теплице. Скорее, на 18 секунд. Вижу дым. Пока, Паш. Что происходит? Где все? Столько дыма. И никого нет, да? А, все дым дали, что ли? Что происходит-то? Я тоже дым дал. Да, бля. Я думал, хотя бы как-то привлеку к себе внимание. Паш, что, проблема? Да, Саш, пошел я нахер. Смотри, мы все рядом были. Нет, я был далеко. Пацаны. Да подожди, давай договоримся. Блять, спасибо. Разговор короткий был. Удачи, да. Я вижу канистру с бензином, блин. Ты ничего не видишь, ты врешь. Она в инвиз ушла, долбаная канистра.
О, у меня тут тепло. Ты гонишь его? Гонишь, да? От говно. Все, Данил, счастливо. Goodbye, Америка. Загнал его? Он сотый. Он сотый с пчелами, он под колесом. Хорош, хорош, хорош. Я не видел там эту баклаху долбаную, просто вообще не видел. Тут тепло, ребятки. Где тепло? Медобип, выходи сразу. Давай не будем тянуть кота за время. Меня здесь нет. Где ты есть? Да, смотри, настроя ты один, у тебя 3 минуты, как бы. Вас! Это тут без тоже шансов. Нет! Ты что, в грузе сидишь? Тепло, тепло у грядки. Меня тепло? Тут нет. У меня везде холодно, у тебя там, вот походу. У этих грядок. Вот. О, нет, здесь холодно. Значит, что, а, все, он холодно. Уже свалил, свалил, свалил. С чем твоя проблема? Да ну ты ж меня подпер просто, я не могу. Да, он в доме, ребят, я уже задетектил. Да-да нет. Ай! Да-да я пройду, я хочу зайти. Я его хочу завалить. Я первый подошел. Меня там нет. Пацаны, вы идиоты, здесь несколько дверей. Саня, да ты как-то мне будешь мешаться, сука. Нет, меня там. Главное, двери закрывайте. А чё ты айкал тогда, когда я бомбу кинул? Просто я услышал подруг, что ты айкал. Я нашел его, он мешок был в углу. Пшено долбанное. Сделала, сука. Ты низкосортная пшеница. Собака скачет. Так, ну давай это возьму. Может, тем получше будет. Ну да, кстати, этим реально получше. Оно хоть прыгает весело. Бью-бью-бью-бью-бью. Я дал подсказку, что это такое. Так а что, голос там ваш? Голос, не будет. Ты не нашел голос. Ты в прятках. Голос, да? Да. Мне нужны ваши песни. О, куда же спрятаться, блин, капец. Да вот я такой же, куда же спрятаться нафиг, и не застрять бы. Ага. Давай, по красоте да. Просто. Самый последний момент, вот когда он приходит сюда, и ну, такие... Раз... Это полный расколбас, да? Да, сейчас мне будет расколбас. Я застрял, трындец. О, да. О, да. В смысле? А так можно было? Блять, а что это за х**я? А так можно было, что а ли? Что ты сделал? Была пила, я пришел и пила растворилась нахер, блять. А, ну... Ни хрена себе мувы. Да, красиво было довольно-таки. А на ком посидеть можно? На ком-нибудь можно посидеть? Было недавно. Странный вопрос. Ну вот не там знаю. Просто это странно, вот это вот херня происходит. Тихо, Сота. Ты ничего не видеть. Ладно, я глаза закрыл. Вот и все. За тобой бежит, там вы. В ангаре, Данил. Стой, 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 не двигайся, не двигай. Ой, дура. Да я покатился нафиг! Он это проблемный стрелок. Да уйдите нахрен, сопли! Слепой на один глаз. Нет, я не слепой! Просто я в дыму с 5 патронами, сука! Блин, ты застрял! Мне достаточно 2, а у тебя целых 5. Это тебе достаточно 2, а мне не хватает даже 5, поэтому все нормально. Ладно, я тебя понял. Теперь искать нужно всех. На тебе звук, подсказка, и все, на этом я был таков. Ууу, задетектил. Ну ладно, ладно, ищи. Горячо. Конечно же, это не ты был. Нет, не я. Разве это было похоже на меня, Данил? Сортировать это не мог. Но это же было похоже на Соду. Дын-дын. Он прям тут у нас гундосит. Сам ты гундосишь. О, вижу, вижу, вижу вас, вижу, господи. Лопата в текстурах! Сука! Пацаны, пацаны, смотрите назад, смотрите назад, ребят. Данил, да отстань! Вот здесь где-то! Вот он, где все, я за ним! Беги, беги! Вот сзади, ребят, ну я же тут. Сук, да, там Паша, пацаны, там Паша, идите вот он, за Пашей. Я тыковка, ребята. Где он, медалист? Да он съебал, блядь, своей лопатой. Как ты потерял его? Ну как? Я такой бежал, бежал и проебал. Ребят, вот она тыковка, тыковка. Господи. Как ты меня заметил, блин, Данил? Сука. Да, победка. А, все, время блядь. Вышло. Медалист, я так понимаю, если ты замолчал, и я здесь, значит, это ты где-то здесь. Говори.
Где ты? Ты его замало не задетектил. Меня тут нет. Боже, боже, как ты рядом. Верай, во френд. Если бы ты меня внимательнее слушал. Ты куда? Ты дурак? Ты дурак? Ты дурак? Что там бахает? Что ты делаешь? Помидоры, что, огурцы, я, ты, ну, помидоры, ну, овощи. Типа, помидоры за машиной, ну типа не положили просто, все нормально. Колесо еще здесь. Nice. Вот ты говнюк, конечно. Я по колесу ходил, не понимаешь, что происходит. А я прям к тебе пришел, да? Да. Молодец, медалист. Бля, от души. Паша, где ты есть? Не скажу. Да ладно, скажи уже, ну типа, что тут такого? Подумаешь? Примкнешь, другом станешь. Признайся уже, наконец-таки, где ты? Звуки не даже не издает, ты постри какой. Звуки, ну, издай. Камон, опа, у меня тепло, у меня тепло. Ага, идем к тебе. Нашли его? Да, я нашел. Блять, он вот так делает. Паш. Где он, сода? Ну ладно, я не буду тебя пока что трогать. Блять, а вы чё за Dream Team, алё? Я не буду тебя пока что трогать. Вы не в бане, блять, здесь можно трогать, сука. Но он где-то здесь, пацаны, по-любому. Да, Паш? Да, да, да. По-любому ты где-то здесь. Да он здесь. Вы звуки слышите? Пердит ты пердишь. Дальше-то что? Кордон. Ты камень? Я ушел уже. Охотники победили. Я хоть и прикрывал тебя все это время. Суп, ты на нем стоял? Да. Брат, собака, я... Знаешь, кто маньяк? Угадайте. Паша маньяк. Да. Я, да. Господи, как это было тренда, Паша. Ну, я не стал тебя зажимать, потому что, ну, это ты прям на моих глазах перевоплотился, скажем так. Ку-ку-ку-ку. Я застрял. Ты застрял? Легко выберешься. Нет, не могу. Господи, есть, протиснулся, ладно. Так нет. Неплохо ты. Не допущу. Так, ну что, ребят, давайте звуки там. Звуки? Я идеальный, и я в идеальном месте. Пацаны. Очень скромный. Вот вам звуки. Очень скромный звук. Что? Еще нужен звук? Ай! Вот, да? Звук еще так. Ты пока один маньяк, все, Паш, хорошо. Предлагаю подняться тебе на второй этаж и в потолок кинуть бомбу. Да ты паскуда, что ли, сода? А что это за бензопила за синим, блин, пикапом, а, сода? Не знаю. Кто идет в дом? Я уже давно не бензопила. Сейчас медалиста, походу, спалил. Медалист-то был ты? Нет. Сода, ты такая паскуда, а? Честное зло, нафига ты спалил меня, сода? Это меньшее зло, Паша меня в следующий раз отпустит. Охренеть, зло, блин, ты просто взял и спалил меня. А чё за паутина пошла? Чё за паутина-то, пацаны? Она убивает тебя медленно и верно. Меня не убивает. Меня тоже. Да, то есть мы сейчас спалили, что мы там вдвоем. Она выявляет идиотов. Ну, мы тест на идиота прошли, но зато мы выжили. Да иди в жопу, что ты запрыгиваешь сюда. Давай, давай, вылазь. Где там хорошо спрятаться? У меня офигенное место, и он лезет ко мне. Я пока сбегу тогда. Давай, беги. Спасибо. Он у тебя? Беги. Да, он еще на крыше, он на крышу прыгать пытается, он на спинке кровати стоит. Все. Да он задолбал прыгать ко мне. Да камон! Тех хп вообще-то не осталось. Я бы тебе даже не попал. Хитрый жук. Подсказка. Но ты был близок. Да, не так близок, как хотелось бы. Он ушел, если короче, что, все, его нет покрывались. Здесь. Что, в доме еще? Нет, он, да, ушел из дома. Он не, тупо он забил на меня. Дома. Он не уходил, он в доме. Ну, я не знаю, он ушел, по крайней мере, с второго этажа. Ну, он на первом, да, вроде там ищет. А, я понял. У тебя минута 19 осталось. Где? Опасная ситуация. Я тебе подсказку дал. Врум-врум, музурфукер.
Сука! Нормально же стояли, ёпты, ну чё тебе не понравилось? Металлиста минусанули, блин. Там бензопила за пикапом все еще рассекает. Тебе вообще пофигу, иди займись бензопилой, меня ты не найдешь. Она за пикапом сидит. Он за ней. А потом говорит, что я Крис. Ага, Крис, ты кто? Ты спалил меня в потолок, кинь гранату у шлепок, блин. Так он же не кинул. Он кинул два раза. Ну, значит, ты плохо кинул. Он просто не могу понять, к какому он углу. Да вот я не знаю, где он. Я все уже обдолбал. Дай кровать, показывай, где ты, сука, где ты? Трупс. Не вылезу. Где ты, вонючка? Не скажу. Офигенная нычка. Ребят, ну что же, на этом все. Это был Пикабу. Понравилось видео и игра? Хочешь больше? Ставь лайк, пиши комментарий. Не забывай про подписку. С вами был Квантум, Сода, Шкаф, Тумба и Медалист. Всем пока и до скорых встреч.